Движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – это десятки тысяч людей, неравнодушных к судьбе городского округа. Все они предлагают свои инициативы, направленные на развитие и улучшение жизни в Химках. За несколько месяцев в городе провели более 200 собраний трудовых коллективов, на которых сотрудники предприятия озвучили почти 1500 своих инициатив. Все они размещены на сайте. Голосуя, жители сами определяют порядок их реализации. Люди знают. Выдвигая свои социально значимые инициативы, они понимают, что они услышаны, что их слышат и что действительно будет все реализовано. Поэтому мы ждем каждую из социальных инициатив, которые на сегодняшний день у нас имеют место быть и развиваются. Движение объединило работников крупных предприятий и химчан из первичных отделений партии «Единая Россия», общественников и домохозяек, сотрудников бюджетной сферы и предпринимателей. Одним из лидеров движения общественной поддержки стала депутат Государственной Думы Ирина Роднина. В 2009 году олимпийская чемпионка предложила реализовать программу «Дворовый тренер», в рамках которой дети смогли бы заниматься спортом во время летних каникул. Программа вылилась в федеральный проект и сегодня реализуется более чем в 70 регионах России. Дальше уже родились программы, это реконструкция спортивных залов сельских школ, а теперь уже это и школы малых городов и поселков городского типа. То есть это более 10 тысяч спортивных залов отстроено, эта программа продолжается. Вернее, отремонтировано. И возобновилась программа строительства быстро возводимых спортивных объектов. Чем больше участников, тем больше социально значимых инициатив, которые сделают город еще лучше. На заседании круглого стола движения общественной поддержки его участники единогласно проголосовали за присоединение к движению сразу двух микрорайонов городского округа – Старые Химки и Левобережный. Мы приняли новых координаторов. Сегодня мы определили новых людей, которые присоединились к нашему общественному движению. Да, хочу сказать со своей стороны, что общественное движение стартовало именно по предложениям, по собраниям трудовых коллективов, по собраниям первичных отделений партии «Единая Россия», где горожане с удовольствием делились и рассказывали то, как они хотят видеть город. Участники круглого стола приняли единогласное решение избрать лидерами движения общественной поддержки Ирину Спирину, Николая Кашникова, Марию Березеско, Инну Монастырскую, Григория Назарова, Валентина Герасимова, Валерия Королева, Наталью Каныгину, Татьяну Борисову и Михаила Диктованова. Я лично поддерживаю следующие инициативы и буду голосовать за сайты. Это призывать всех войти в движение, чтобы участвовать в преображении города. Ну и от себя выдвигаю такую идею, надо обратить на ремонт Центральной детской школы искусств. Инициативу поддержала и директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская. От лица всех лидеров движения она поблагодарила его участников за активность и призвала не сбавлять темпы, а только повышать интерес к судьбе городского округа.